Я рада приветствовать всех своих зрителей и гостей моего канала. По многочисленным просьбам делаю я куличи. Потому рецепты, которые у меня уже вот несколько лет. То есть творожные. Сделаю три разных кулича. Вернее, основа-то будет одна, но добавим мы разную муку. И по вкусу все три кулича будут одинаковые. У меня в прошлом году я делала из цельнозерновой, и тоже из творожного теста. Все то же самое, только поменяем немножко муку. Ну, поехали. Этот именно кулич я и буду делать на Пасху. Вот. Ну, сейчас проба пера, так называемая. Я, конечно, в этом году и не собиралась делать, потому что я уже рецепт знаю, я его освоила. Но просят, покажу. Итак, у меня на столе всего-всего-всего много. Будем делать вот три куличика. У меня просто емкости разные, но здесь одно и то же количество. По 150 грамм творога. И сейчас разбила по одному яйцу. Так, чтобы ваше время не занимать. Разогрела сливочное масло 100 грамм и на три части разделю, ну, по 35 примерно грамм. По бульбулям считаем. Сюда бульбуль, сюда бульбуль. Немножко посолим. Я соль везде добавляю как-то, чтобы так-то пресно совсем тоже невкусно. Сахарозаменитель Фитпарад номер 10. Вот написано. Уже надо показывать. Не видят люди, не видят. Сомневаются во всем. Так, вот по половинке чайной ложки в каждую. Сода. Гасить не буду, творог кислый, поэтому погасит тоже по половине чайной ложки. Можно погасить, можно взять разрыхлитель, и ванилин надо бы тоже сюда. Но нет у меня в данный момент, и я вообще делаю из того, что есть у меня в доме. Так, сейчас на весы я поставила чашечку и буду взвешивать муку. Будет три разных муки. В одной сделаю цельнозерновой, с другой сделаю пшеной, а третью сделаю из кокосовой муки. Вот у меня кокосовая мука. Я еще не пользовалась ей, но она взята еще до Нового года. Все хотела применить, но сейчас сюда применю. Кстати, вот ее тоже можно применять в творожнике, в сырнике. Вот ее же. Муки я буду класть по 2 столовых ложки. И сразу в чашечку, чтобы мне взвесить. Так, 20 грамм кокосовой. Тридцать пять грамм цельнозерновой. Я проговариваю, чтобы потом подписать. 35 грамм пшеной. Кокосовой меньше всего получилось. Везде положила по 2 столовых ложки. Как получилось, вот так и получилось. Так. И сюда нужно добавить какие-то цукаты. У меня в этот раз нету ни изюма, ни кураги. В прошлом году у меня курага, чернослив был. В этом году нету. Я положу в пастилу. Можно, у меня есть сухофрукты свои, яблоки, терновник есть, черноплодка есть. Ну, я что-то захотела. Она, кстати, пастила не сладкая, из смородины сделана, моя. Сейчас вот на такие полосочки буду резать и так понемножку добавлю. Просто для украшения, чтобы тесто было в крапинку. Все, покрошила я цукаты якобы. И сейчас просто ложкой все размешиваю. Можно блендером размешать. Да, я тут немного, по чуть-чуть. Итак, тесто у нас вот готовы.
Все, перекладываем форму. Форму у меня надо бы, конечно, маленькие, но специально идти в магазин. Была я и в магазине забыла даже взять форму. Вот у меня две формы с прошлого года осталось. Они, конечно, крупные, надо бы для такого теста-то помельче. И одна вот у меня вот такая форма купленная. Ну и положим. Теста немного здесь, но я думаю, структуру выпечки кулича мы видеть будем. Вот так я разложила. Их сразу видно: цельнозерновая, кокосовая и пшенная мука. Все, у меня духовка разогрета, ставлю минут на 40, наверное. Может быть, пораньше посмотрю. Итак, вынула я наши будто бы куличики. Ну, тесто творог. Тут, собственно, один творог, он, конечно, оседает. Надо положить побольше муки. Я что-то принципиально не захотела. По моему рецепту там что-то 200 грамм надо, да, я не захотела. Вот в форме вот так вот вынулся хорошо. А вот где бумага, он приклеился. Ну, так-то вот рыхлый, хороший, все. Ну вот, так вот оторвался. Оторвалось вот так. Ну, все пропеклось. Все равно, наверное, сделаем помадку, чтобы фотографии были красивые. И, ну и попробуем, наверное. Все равно надо попробовать все. Но я вижу, что все будут очень... Они такие мягкие, такие рыхлые. Они еще, собственно, горяченькие. Я прямо вот руку еще жгет. Вот. Все, делаем помадку. Помадку я сделаю не белую, я ее сделаю коричневую. А сверху просто украшу вот такими... шоколадной стружкой. Итак, для помадки нам надо, я вот сливки положила, ну уже сметану, сливочное масло, сахарозаменитель и добавлю, и сейчас растопится, и добавлю какао-порошок. Вот он у меня, какао-порошок. И все, немножко проварить, и помадка готова. Вот и все. 2 секунды. Ну вот такие у меня куличики получились. Такие смешные. Ну что делать? Помадку смазала. Вот этот вот единственный, который вот хорошо вот без бумаги-то был, вот он хорошо. А эти-то, конечно, к бумаге-то были прилипшие. Но все равно по кусочкам, по маленькому отрежу фотографию. Сделал фотографии, один фотографировала. Эти уж больно не фотогеничны получились. Но стоит такой запах кухни, вкусный-вкусный. Даже ванильки-то не было, но запах вкусный. Я сейчас по маленькому кусочку отрежу и попробую. Вот по кусочку отрезала. Это с мукой, с цельнозерновой. Это с пшенной мукой, а это с кокосом. Вот три вида. Вот сейчас попробуем. Итак, пробуем. Пробуем. Так, с цельнозерновой я вкус знаю. Ребята, если там все вкусное положено, то как можно сказать, что это невкусно? Ну, муки можно побольше, чтобы так более твердо, что ли, было, чтобы более такое. На муки не надо сильно там. На Пасху и так всего будут есть много. Так. С пшенной муки. Совершенно другой вкус по сравнению с цельнозерновой. Ну, вкусно. Вкусно. Нет, каша не пахнет. Не пахнет.
ну что-то какое-то такое свое, ну вкусно. И тут кокос явный, очень-очень кокосный, такой прямо ядреный, как Баунти. Но тоже вкусно, я люблю кокос. Кокосовым пахнет кокосом, и цельнозернование оба нежные. А вот где пшённая, она такая вот пожёстче, пожёстче такая смесь. Состав, он состав. Ну, вкусно. Вкусно, ребята, что говорить. Некрасиво, конечно, у меня получилось все это. И кушаю я, пробую некрасиво. Но тороплюсь, сегодня четверг, если честно, уже, да ладно, уже видео-то давно выпускать, делаю день в день, поэтому работы много, ну ладно, неважно, вкусные произведения получились, немножко побольше, может быть, муки, чтобы они не сильно осели, да, не по 2 ложки там, например, по 4 ложки положить, и чтобы так это... И будет уже вид более красивый. Ну, спасибо, что и это видео посмотрели. Но я честно, да, не очень красиво получилось, не презентабельно для видео. Но что получилось, то получилось. Всем пока-пока и до новых встреч.